Число безработных в Нерюнгринском районе может значительно сократиться в 2017 году. Поводом этому является большое количество вакансий, предлагаемых Центром занятости населения. Подробнее в сюжете моих коллег из Нерюнгри. 2017 год для неработающих нерюнгринцев начался с весьма положительных перспектив. В связи с развитием промышленных предприятий и образования ТОР в районе отмечен большой рост предлагаемых рабочих мест. По 2016 году там у нас было вакансий в районе 800, то уже в январе месяце 1200. Я думаю, что мы где-то в середине года будем иметь 1500 вакансий чисто рабочих мест, да, а к концу года по 1800, по 2000. Большинство предлагаемых вакансий технические характера, и многие предполагают вахтовый метод работы. Также значительный процент рабочих мест принадлежит местным угледобывающим предприятиям, таких как Якутуголь и Колмар. В рамках проекта «Сила Сибири» предприятие ООО «Газпромстрой» подало 391 вакансию. Несмотря на перспективность развития трудового рынка в Нерюнгри, существуют некоторые нюансы, не позволяющие получить предлагаемую вакансию. Учитывая ситуацию на рынке труда в предыдущие годы, это все же является положительной тенденцией для республики. Момент, который предстоит решать на позиции 2017 года, это, безусловно, разрешение проблемы по внутренней безработице района и в целом, значит, определенным тенденциям в республике. И уже есть определенные цифры для того, чтобы говорить о том, какой приток молодых специалистов будет в республику и вообще специалистов. Появление новых рабочих мест и специальностей простимулирует местные образовательные учреждения на подготовку необходимых специалистов, тем более опыт в этом вопросе уже имеется. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.